Кино делаешь, Колян? Кино делаю. Рыбу пошли ловить. Идем рыбу ловить. Угу. А что бы вы думали? Не на крокозябру, а на блэкбейтс. Блэкбейтс! Это же блэкбейтс! Ну, Колян, теперь попробует пробраться ниже в поисках головля. Мы продолжим здесь ловить окуней. Колян перевязывался, я стоял пару дней. Ничего, ничего, сейчас, сейчас. Прольется чья-то кровь. А что это у нас? Это ёрш. Это же не окунь. На блэкбейт. Хорошенький. Вкусняшечка. Сожри. Ух ты, заглотил. Давно у меня было желание порыбачить на малых реках, ну в частности черным каляном. Вот. Последние рыбалки наши, которые были с лодок, больших судаков, с каляном, с гешей, оно, конечно, красиво и интересно, но все-таки на малых реках есть своя прелесть. И вот сейчас, используя каляна приманочки блэкбейтс, да? Да. Я сейчас попробую поймать окушка, потому что так как ловил колян, мне так... Самоотпускающийся окуня. Самоотпускающийся. Мы сейчас ловим на малых реках на приманке каляна, которую он делает, блэкбейтс называются. Да? И местечко очень интересное. Да? Здесь идет приямочек под нашим берегом Миляк. А дальше идет длинный-длинный перекат, на котором Игорь стоит и на колебалке ловит головликов. А здесь вот на выходе из этого приямочка, да, ловятся окушки. Какой вес ты используешь, Колян? И 2, и 3. Сейчас вот перешел на грамм, хотел на силикон головлика поймать. Но походу головлик, я стою на ямке, тут только окуня. А головлик чуть ближе к камышу. И подходов мало. Это сейчас надо Игоря согнать, и тогда половить там головликов. А у меня тут вот только окуньки вот такие. Ну, все равно прикольно, вода очень чистая, блин, как форелевая речка, очень прикольно ловить. Единственное, конечно, комары тут жизни не дают. Вот мы полчаса тут ловим, и страшное дело, комары. Супер, головли пошли ловиться. Головли. Твою мать, блядь. Головли. Ну а ты что скажешь? Комары. Комары, капец, эти малые реки, это просто. Да, там на выбросе постоянно будет. Ну не садись.
мы довольствуемся окунями. А люди он на колебалке головлей ловят.